Когда вы таким образом разрабатываете пальчики, у вас разрабатываются речевые центры. Эти речевые центры помогают нам с вами воспринимать иностранный язык намного легче. Жестикуляция и эмоциональное проигрывание – это нетрадиционный метод изучения английского. Он более эффективен, делится секретами преподавания учителя иностранного языка в Одинцовской лингвистической гимназии. Как проходит занятие, проверил глава муниципалитета Андрей Иванов. Так, пингвинов вижу. Что дальше? Привет. Ребятам в лагере дневного пребывания организовали разнообразную образовательную программу. У нас интересные треки по 5 направлениям. Это интеллектуальное направление, предпринимательское, патриотическое, спортивное и культурное направление. У нас есть свой гимн, мы разучиваем слова, у нас есть свой герб. 924 учащихся гимназии ярко и активно проводят свое время в любимой школе даже летом. Но главное отличие – никаких домашних заданий. Обучение проходит в современном креативном формате. Программирование, дизайн и архитектура – каждый может научиться тому, о чем мечтал. Никаких минусов точно нет, мне все нравится. Обеды, завтраки прекрасные, все очень нравится заниматься детьми, помогать им во всех их начинаниях. Пока только одни плюсы, посмотрим, что будет дальше. Лагерь организовали в рамках губернаторского проекта «Умные каникулы». В конце ребятам предстоит выбрать одно из направлений и защитить свой образовательный проект. Отдых получится по-настоящему активным и познавательным. Эмилия Аракелян, телекомпания «Одинцова».